good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering the walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, yeah. Всем привет, ребят, так снимает и пишет телефон от компании Ulefon X7. Пишется Full HD в качество. В теории у нас есть автофокус. Изумительная погодка. Извините, впервые в примеры пришли от не ахти. Теперь увидим, что с экспозицией и динамическим диапазоном. Я надеюсь, что все увидели. Кто слышали такие умные слова, то будет, ну, что в курсе, что это значит. Но в чем суть, я надеюсь, что все глянули. Автофокус включается и срабатывает, но скачет, смотрю. И снова всем привет, ребят, снимаем и пишем на Ulefon X7. Да, я со страшной измазкой, но в чем прикол, что стиранная идет чистенько, 100% инфекции здесь нет, то хотя бы, ну, что спокойнее уже. Да, я не погладил, ну что, и с переездом облом. В чем суть, чтобы вы и звук в картинку увидели, стабилизации здесь, естественно, же вот нет. Но с такой, с картинкой вы в комфортной сможете и скайп общаться, и вайбер, и все полностью на затушке, что вас интересует. Всем спасибо. Так, ребята, снова всем привет. Видео снимается, пишется в ужасных условиях. У нас испортилась погода. Сильный ветер идет. Автофокус, чтобы глянули, что делается по качеству. Раз, два. Ну, скачет, я смотрю, если идти, наверное, будет еще хуже. И картинка, ну, что мыльная, но думаю, что телефон из тепла. То есть, если взять ее, протереть, особого отличия не будет. Как-то так снимает. Снимается и пишется видео в HD. Кажется, ужасная погода, я не знаю, что со звуком будет. Просто чтобы глянули картинку, извините, потому что тупо задолбался. Знаете, 7 часов ты пишешь, все вместе, еще все звонят, стройка и ремонт, все вместе, то чуть-чуть тяжеловато. Самое главное, вот, ребят, не сдавайтесь, с карантином мы все справимся. Всем спасибо, мир. И снова всем привет, ребят, вы на канале Язык из Китая. Мы испытываем телефон от компании Ulefon X7. Шипится Full HD при искусственном освещении в картинке. Автофокус, что в целом, кстати, по-моему, ну, что бегает, но не сильно.